Нам 6 лет! И вообще, на работе надо работать, а не бухать. Согласен. Ну все, теперь по домам, да? Иди, мы посидим еще. И как мы узнаем, кто виноват? Это не мы. Я, между прочим, подругу ездила успокаивать. Тебе же лучше знать, тебя же мужики чаще бросают. Олег. Ирен. А ты когда-нибудь каталась на мотоцикле? Да блин! Вали отсюда! Мотогонщик Олег! Рома, а давай ты нам сейчас все по порядку расскажешь? Давай. Иссы вся. Иссы? Сэсси. Лариса. А у тебя была какая-нибудь любовь на дороге? Там какая-то баба вашу машину алась. А что ты решил, что там баба? Так они так водят. А давайте позвоним в полицию и спросим. Не звони. Звони, говорю. Звони. Да хорошо. Хорошо, звони. Бля, уже слюбят. С тобой спорят. Это она. Жанночка. Там у тебя притон, наркоманы, проститутки. А тебе зачем туда надо? Поехали домой. На чем? А это Валерка, мой сын. Че, Валер, зажжем? Ты че скромный-то такой? А? Не бойся, глупенький. У меня ни разу не было, чтобы с отцом и с сыном. И у меня. Лично я вчера всю ночь бухал с друзьями. Может быть, не будем пить? Музыку включи, а? Что зачем? А вот и ребята подъехали! Шалава! Мы шалава! Женщина! Пусти меня к наркоманам надо!